В этом ролике я поделюсь, как делать закваску вечная. Очень хорошая закваска, вот она у нас в рабочем виде. Очень вкусная, пахнет очень вкусно, очень приятно. Хлеб на ней подходит в течение пару часов. Вот. Готовится она так. Берется 100 грамм воды, 100 грамм муки. Вот, отмеряется. Я не буду сейчас показывать весь процесс, то есть, потому что он готовится, заквасочка готовится на протяжении 3-5 дней. Вот, то есть у меня уже готовая закваска. Я просто расскажу в этом ролике, что как мы идем по этих всех днях. Мы берем 100 грамм воды, 100 грамм муки, смешиваем и ставим все это в теплое место. Накрываем, я накрываю, чтобы закваска не сохла, тряпочка с резиночкой, то есть на банку. Тогда она не задыхается, и дышит, и не подсыхает. Затем мы на следующий день снова в эту же заквасочку емкость добавляем снова 100 грамм воды, 100 грамм муки, снова накрываем, ну то есть все перемешиваем, накрываем, снова на сутки ставим в теплое. Теплое это 20-25 градусов, то есть чтобы ее не перегреть, ну и чтобы она быстрее готовилась, все-таки не 15, не в 10. И снова же делаем эту же процедуру на третий день. Снова туда же добавляем 100 грамм воды, 100 грамм муки, перемешиваем это все. Вот, и тоже ставим в теплое место. То есть в зависимости от воды, от муки, много-много факторов на это все влияет. Можно такую процедуру повторять 5-7 раз. А можно, чтобы не увеличивать объемы, не в таких огромных объемах все это делалось, третий день, когда постояла заквасочка, которую мы готовим, мы выливаем почти всю и уже идем по другому сценарию далее. Оставляем 1-2 столовые ложки закваски, добавляем туда 50 грамм воды и муки, чтобы было как густая сметана. И вот мы так подкармливаем заквасочку столько времени, сколько понадобится, чтобы она вот стала такой пенящейся, вкусно пахла. То есть, я же говорю, снова же таки зависит от состояния воды, муки. Вот сейчас покажу, вот она пенится, хорошенькая такая закваска становится. Вот. Все индивидуально. Вот. Потому что есть мука плохого качества, от которой закваска вообще не делается. Люди делятся. Поэтому если у вас не выходит сделать такую закваску, поменяйте просто муку. Попробуйте. Поменяйте воду, попробуйте. У вас должно обязательно получиться. Сразу скажу, что у нас очень долгое время делалась закваска. Не получалось, мы расстраивались, смотрели ролики других людей и думали, ну вот почему именно у нас не получается, у всех получается. То есть все-таки мы пришли к этой закваске. Мы долго ее подкармливали для того, чтобы она набрала силу. И сейчас очень хорошая, очень сильная закваска. В каких-то роликах я в одном из роликов я покажу, как сушить закваску. Удачи, делайте свою закваску, пользуйтесь на здоровье. Пускай у вас все получится.